танцы и веселье на каждом занятии. Маленьким посетителям и невдомек, что прыгая, повторяя за педагогами и мамой движения, слова, песенки, они готовятся к одному из важнейших этапов своей жизни – походу в детский сад. Группа носит название «Игровая поддержка», а занятие – «Круг», по которому друг от друга передаются хорошее настроение и базовые коммуникативные навыки. Главная цель – научить ребенка слышать педагога и выполнять его простейшие просьбы. Дети здесь особенные. Оптимизм, а вместе с ним и незаметный для ребенка процесс обучения и социализации должны стать нормой везде – и дома, и вне его. Этому специалисты готовы научить и самих родителей, ведь им тоже необходима помощь на непростом пути воспитания особых детей. В центре работают группы раннего вмешательства. Малыши от 1,5 до 3 лет через игру, музыку, физическую нагрузку познают окружающий мир. В арсенале универсальные реабилитационные программы, рассчитанные на срок от 4 до 9 месяцев. Занимаются в группах. За одно посещение центра каждый ребенок получает до 5 услуг, от образовательных до медицинских. Все с учетом нозологии маленького посетителя. В основном это поражение опорно-двигательного аппарата, чуть меньше синдром Дауна и ДЦП. Для детей с расстройством аутистического спектра программа реабилитации специализированная. Для этого в столице группа педагогов прошла курс обучения и тренингов. И вот на протяжении уже 3 лет центр ежегодно принимает 60 детей с диагнозом аутизм. Игровая терапия и сенсорная комната – все, чтобы вывести особенного ребенка на контакт. Показать, как богат и интересен мир живого общения, а реальность не враждебна. На достижение этой цели работает и визуальное расписание. Ребенок с помощью специального планшета может отслеживать свой график занятий. Картинки-подсказки ведут по маршруту. Понятно, в какую дверь и для чего заходить. Такая оптическая поддержка снижает у ребенка тревожность от нахождения в новом месте и в то же время учит его самостоятельности. И максимально освоить образовательное пространство в помощь лучшей практике со всего мира. Например, разработанная в Великобритании методика освоения математики. 2 года работы программы в Подсолнухе ее освоили более 3 десятков детей. С сентября этого познавать азы математики начали еще 13. 1 – это 1 и 4 – это форма 5. То есть дети сразу видят, что такое число 5. Найти, сохранить и развить компенсирующую функцию. Или обратить ограничения жизнедеятельности, возникшие в результате заболевания, на пользу. Основная цель профориентированной программы. Молодым людям от 18 до 35 лет могут предложить более 20 профилей. Информационные технологии, обработка текста, журналистика, картонажное, гончарное и столярное дело, актерское мастерство. Выбор большой, как и количество тех, кто желает освоить ту или иную профессию. Спрос в регионе на комплексные реабилитационные услуги большой.